Друзья, помните, я начал свой эксперимент от 5 евро, выдавая микрозаймы. У меня тут задали вопросы, как этот эксперимент у меня проходит, что вообще на каком я уровне сейчас нахожусь на микрозайме. Так, для начала я перейду на русский язык, чтобы было бы всем понятно. Вот, пожалуйста. На данный момент я тут выдавал микрозаймы. Короче, мой счет уже стоит, мой аккаунт, 1822 евро. И чистый прибыль 195 евро. И вот тут прибыльность процентов. Доступность средств 0, потому что я постоянно реинвестирую. Как это мой эксперимент, я буду его проводить ровно год. И хочу смотреть, до какого уровня прибыли я дойду. Например, давайте посмотрим сейчас, что я достиг в плане в месяц. Вот тут октябрь, тут у нас сентябрь. В сентябре я предполагаемо должен был получить 75 евро, но получил 67. И как сейчас только идет октябрь, вот тут видите, соответственно, какие номера. Чем связано то, что предполагаю одно, но получаю меньше? Что тут выдаются же микрозаймы людям, и некоторые из них остаются должны. Но, слава богу, эта компания сам лично занимается теми людьми, кто остались должны, дает судебному исполнителю и сами с ними борются, а я получаю просто больше процент. Это видно вот тут в разделе инвестиции. Вот смотрите, я всего выдал уже 1048 кредитов людям. Основные люди, кто берут кредит, это видите, из Эстонии, из Испании, из Финляндии. Так, и насчет этого, что вот смотрите, многие остаются должны. Вот это красные, это должники. Что тут можно сразу посмотреть, как с ними занимаются. Вот видите, тут процесс. И тут сразу видно, что уже судебный иск. Что мне ничего не надо делать, сами подают судебный иск. И в связи с этим только поднимается мой процент, что я получу обратно. Я не знаю, если тут кому-то интересно, что я говорю, что как я вообще это все начал делать. Что сначала я зарегистрировался, получил свою 5 евро бонусов, что, кстати, бездепозитные, и начинал потихоньку, как сказать, инвестировать. И тут кнопка, очень простая система, но больше простого некуда. Нажимаешь кнопку, это 500, не надо пугать. Минимум, что тут можно инвестировать, это 1 евро. И тут можно смотреть, куда, откуда пополнять. И получается, пополнение автоматически является еще как верификация. Ну что тут тоже, это 500, это просто есть. Можно менять куда угодно. Что это получается и верификация. Всю верификацию отдельно делать не надо. Завели свои денежки, они появятся у вас на главном меню. Пройдет автоматически верификация и процесс пошел. И потом просто одним кликом, нажимая вывести средства, они автоматически идут на вас банковский счет. Я уже проверял это, что приходит очень быстро и надежно. Привязать надо свой телефон, потому что телефон у вас, то есть у меня, является как, ну, пин-код туда идет, заводите и получаете свои денежки. Как тут вообще работает, если многим интересно? Очень просто. Нажимаете на это чемоданчик. Нажимаете на чемоданчик. И открывается, типа, ваш инвест-портфель. Что сейчас, как я делаю видео, что тормозит неплохо. Вот так. Тут есть ползунок. Тянете его куда, ну, насколько рискованно вы хотите выдавать долги. То есть, понятно же, чем туда, чем больше рискованный, чем сюда, тем меньше рискованный. Ну и процент. И тут есть, вот, видите, у меня в рабочем состоянии. Нажимаете настройки. Я все завел на минимум. Я туда связался с ним, ихним администратором. Говорит, так, ну, рисков самое меньше. То есть, я в одну займ не выдаю более чем 5 евро. И в связи с этим я разбрасываю свои, как, риски и получается больше прибыли, короче. И сюда остаток средств. Видите, как у меня сейчас на нуле, это автоматически все реинвестируется.
Если я хочу начинать выводить, сюда нажимаю сумму, сколько хочу, чтобы всегда было, ну как, если мои инвестиции этого позволяют. Остался бы на счет, и что я могу спокойно выводить хоть каждый день. Вот как-то так мой эксперимент проходит, что я считаю даже неплохо, что все идет на полном автомате. Сюда нажимаю, видите, сейчас у меня 70 центов, один забронирован, как получается, уже ну, выдается долг. Сколько я вывел, уже видно, что вот как-то так. Что если это видео было вам полезно, кто спрашивал, как идет эксперимент, поставьте лайк, делитесь это видео друзьями, если хотите. Если интересно, я оставлю ссылочку под этим видео. Получайте свои 5 евро бонусные и начинайте выдавать микрозаймы. Я каждый месяц сюда добавляю, естественно, и свои денежки, чтобы как-то ну, ускорить процесс. Ну, это, как сказать, вы просто не можете вывести, если не заведете сюда хотя бы 1 евро. Потому что с этого вы активируете свой вывод. Так, с вами был Роланд Морозов. Всем пока!